друзья, вы на канале Хоки Бразер. Уже полетели. Здравствуйте. Давайте им рассказывай, где мы и что будем делать. И почему ты сегодня капитан? Мы на московском... Пускай люди знают, говори правду, говори. Мы на московском фестивале 3 на 3 в РЖД-арене на Локомотиве. Сегодня я капитан, потому что... Потому что Корней мне передал такой ответ. Поэтому мы сначала бьемся с блогерами, потом у нас будет, естественно, финал. У нас будет 10 заданий, которые мы будем выполнять. Ну, интересное задание, броски из-под ноги, потом, чтобы каждый забил. Ну, естественно, чтобы копоть забил в каждой игре, это самая важная задача будет наша. Хотя, наверное, проблема в том, что каждый забьет, наверное, проблем в Корней уже. У меня нет проблем, я не знаю, как у вас. За это я придумал тебе задание отдельное. Просто 16 минут шайбу не отдавай. Будем ограждать просто соперников и эти бочки, чтобы в них попасть. За каждое задание пацаны получают плюс бонусом 1000 рублей. Сегодня у нас в составе мячик, Корней, Пим, Копыч, Захар и фейк-таксист. Ребят, ну а спонсором нашего канала является компания FunBet. Надежный партнер, который поддерживает такие клубы, как Омский Авангард, Салаваки Лайф и всю лигу КХЛ. И даже Александр Овечкин является амбассадором. При регистрации новых пользователей по промокоду HB2000 забирает 1000 ребят в их удобном мобильном приложении. Начинаем, поехали. Копыч, а ты перчатки взял? Варежки там, я не знаю, ну теплые. Замерзнут ручки. Вот. Стачпад. Да, красавчик. Давай, вот она, наша связка. Уже жарко, блин, не знаю как. Коваль, ты что, Адидас? Я старше Адидас был сегодня. Ты сегодня с кого болеешь? Ты переехал? Ну, явно не за тебя, Тём, блин, за ХБ буду болеть. Расстроился? Здорово, Димка! Чего, я отдыхаю. Знаешь, как... скажи, вот этот мастер у вас, который вот Копыч, да? Тёма, ты опять тут! Ты нас преследуешь или чё вообще? Подожди, почему вы без формы, я понял? А ты в магнит поедешь? Потому что сказал. А? Магнит поедешь? Да, я 7:45 только прилетел. Прикольно было? Да. А чё магнит поедешь? Хоккей уличный, в минус 25. А, я понял. Там Егор Яковлев с Паниным проводили я такое мероприятие. Прикольно в том, что сельским детям 10 баулов просто. Формы? Формы всей. Вообще всей просто. Я хочу быть сельским. Ну что, Фанасик, на победу? Да, конечно, да. Другого не может быть. Ох, как хорошо, Пашка. И снег закончился. На Пинк Клинского туда грузим. Вперед, и все. Да. Я сегодня на запасе. Уже ты на запасе, он тот на запасе. Так, Копыч, запомни задание, у тебя, блядь, 3 гол. Да. А у нас сделать передачу красиво, а я забью красиво. Тема голы даже забить. Оп. А, в коленку как раз, пока нет щитков. А, я тогда с Корнеем и Захаром, да, вы втроем. Вы втроем. Хорошо, мне кажется, тебе надо только уса ставить, мне нравится это все. Ну, мы как близнецы такие, дурачки можем быть. Димка! Так, Алан, на буду сейчас доказывать, да? Надо же Хоки Бразерс уничтожить, б***ь! Она мучится. Сессия команды Хоки Бразерс и команда Здорово, Миша, здорово! Естественно! Да, здорово, молодцы, классно. Взяли на усиление балбеса. Играй. Копыч вообще сам тебя играет. Я, короче, пока не понимаю, мы выигрывать пришли или просто хикать? Ну... Здесь я думаю выиграть, а вторую ворот. Ну, пока проиграем. Ой, здорово, Дима! Копс, играй, копс, сразу начинаем. Мы сегодня задержимся на три. Здорово! Копычу! Маляйте первое! Не долго, что только надо.
Дайте мне шанс, я покажу здесь. Минус. Они напрягаются. Так, что, я там, да? Давай, пачкай! А очень тяжело. Начало тяжелое, честно. Не, вообще. Очень. Они куда бегут-то, блядь? Ты если его взялся, играйте до конца. Ну давай, короче, со скилсом буду играть. Вот здорово! Почему ворота они как бы сбоку? Ну чтоб я не попал сразу. Нельзя так их подвинуть? Нет. Слышь, проезжать будешь сам, подвинь их в центр, это так неудобно. Я так и сделаю. Ворота переверни, как будешь нам проезжать. Сейчас тебе сегодня головку дать. Да, блядь, ты просто пришел, пацана. Ты будешь себя добивать, Копыч, открывай себе. И походу за результат доплачиваю. Причем большие сутки, блядь. Давай, захотим, блядь. Значит, я голова болит. Мимо, ёпта! Можно было воспользоваться этой возможностью и уйти на трубу с Сэнсэпем. Ну, мне для тебя. К сожалению, для своих болельщиков этой возможностью не воспользовались. Копчёвы! Давай, подвешивай голову на себя. Руки вот так вот играет. Иди сюда. Давай, блядь. Пойдем. Как называется этот трюк? Блядь, надо стать сломать, зато. Да. Слава Богу. Давай, Лёшки, Копыч! Пытайся! Не вижу! Лёшки, Копыч! Аккуратнее, зрители, которые стоят сейчас за горьком, большая бухалея, чуть-чуть вылетает, но в принципе, мы сейчас сидели за практикой, на много их сказал, поэтому будьте держать их в масштабе. Ну, по возможности, на место приходится практикой. Чудовочки! Да, Копыч! Славочка живет! Не закрывать ворота! Нет, ты чего? Не нужно стоять там! Давай, набрали профи, ёпта! Твёрдую шайбу не поднимай выше колена! Твёрдую шайбу не поднимай выше колена! Давай, добили два только, да? Два, на
Легчайше воспользовались возможностью, увидели открывание через больше сайта. Выигрывай! Нам лучше зрителей, да? Да. Но! Это корчонок! Вот, вот он. Но он сам упал. Это там гол забивают, радуются здесь. Давай, Коп, ты лучше. Реально ведем? 3-2 ведем? Да нет, 3-3. 3-3 мы ведем. Там нет цифры. У них цифры нету. Подкрученный аппарат. Хорошо, кто забил? Я одну забил. Миша, ты одну? Мы втроем. А, мы втроем забили. Вот и продолжайте сами. Нам надо задание еще выполнить. Тут парни прям красавцы, сразу влились в игру. Мне очень понравилось Копчева. Вот эта силовая манера игры. А сами, вот честно, по первой игре скажу, единственный хоккейный блогер здесь — это Копыч. Там все, все остальные слишком хорошо играют. А Копыч играет правильно, вот в удовольствие. Он старается, по нему это видно, он хочет. Он горит вот этой атмосферой. Вот прям вот для таких вот людей вообще придумали такие фестивали. Прийти в удовольствие, поиграть, выиграть. С хорошим настроением, с душевной атмосферой. Давай, играем в черный, свободно. Все, давай, будем дальше смотреть игру. Стой, это камера. Неудобный! Две возможности сейчас. Голый забивай! Очень хочу, чтобы Копыч забил, потому что он заслужил ему гол, он наиграл на него. Копыч, подпишись! Ты забивай, будешь молодой человек? Давай,
Так, нам поднять бочку. Бочку, надо бочку менять, надо бочки ставить. Ой. Да ладно. Куда? Давайте ес. Алло, пять! А что я легче бы играл? А? Корней! Давай, проспали, но вовремя не спали ситуацию. Бел, предупреждение. А, тоже нельзя закрывать. Да, нельзя закрывать ворота, в принципе. Алло, выше колена! Выше колена! Правила! Добился доктор, да? А? Ну, доктор добил? Ой, нет, вообще должны были дать булин. По регламенту, по регламенту. Второй бросок выше колена, это, ну, скоростной бросок. Я как в последний день играю. Вот тебе нужно тоже голову на этом задании сделать. Алло! Попроситься в команду 3 на 3. Бим уже попробовал, бочка эту дуэль выиграла. Бля, тут, бля, скажите ему, что нет отложенного удаления здесь. Алфей, тут нет отложенного удаления, ты можешь понять? Удаление? Удаление можно сейчас проверить. На, не, куда он поехал? Голова! С центра поля надо попасть в дырку. А как дырку-то попасть в бок? Ну, надо, можно по линии двигаться, не обязательно, да, по прямой стоять. Просто стоишь на линии, просто стоишь на линии, бросай. Вот, нет, просто, почему? Был брифинг, не надо. Ну, я ему брифинг направил в личку. Захар, страхуй, да. Так, второй же у нас, да, идет? Да. Давай, мяч. Ну, ты их быстро. Ведем. Ну, видишь, что ворот типа сдвинули, хоть поднялась и видно. Я бы не знаю. Тебе руку! Копы свой шайбой! Гори его! Здорово, копы! Иди, бля! Куда ты пробовал? Сам, сам, сам! Дай, дай, дай! Ровно? Да, ровно, ровно. Забить его, тут. Еще раз. Поменять, Афанас, иди, давай. Копыч, давай смену, блядь! Копыч! Давай, 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 Копыч, Копыч, поменяйся, поменяйся! Быстрее, быстрее, быстрее! Молочек, молочек, Копыч! Сам, 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 дебил! Сколько осталось? 40 секунд. А? 40 секунд. Здорово, здорово! Хай, хай! Дом, дом! Двадцать секунд,
Куда? Все, ты не туда поставишь. Все, ты туда поставишь. Блядь, все, у нас есть. Они тут закрывают. Дай, вперед! Ну и свисточка арбитру. За первый открывающий матч, я напомню, на поле номер 3 у нас Акулы и Чкурки. Ну, мы сейчас по-серьезно поговорим в раздевалке. Пизду, мне вообще не понравилось. Мне вообще не понравилось. Тебе? Вот это вот прям хуже дерьма, блядь. Я помню, вчера тоже у нас были. Так, аппарат, залетает тебе, аппарат. Что, мы сейчас отдых? Палочку, парень. Ну, нормально, в конце дам, как бы, нет. Сразу. А, на улице просто прекрасно, мне понравилось. Да, подустали, некоторые игроки не выложились до конца у нас, поэтому результат на табло. Бились мы за честь, достоинство. За эмблему и за достоинство. К сожалению, проиграли медиа-тим. Очень старались, Копчу не получилось забить. Из-за этого два гола Копчу не хватило для победы. Какие челы пропали? А, из-под ноги забили, с неудобной забили, хитрик забили. Надо будет из-под ноги забить еще раз и надеюсь, что забьем все. 6 голов каждый забьет. И плюс 2. И плюс 2 выиграть, да. И тогда хотя бы челленджи. Больше половины сделаем, уже будет хорошо. Ты что, матрешка? Третье место, да. Поэтому мы играем на победу. Третье место лучше, чем первое. В каких-то играх бывает такое. Че ты несешь, а? Иди выиграй, доказывай. Я маску снял. Я и ветеран. Кобыль, почисти пока, блядь. Есть щеточка. Чуть-чуть почисти хотя бы. У меня, короче, GoPro упала. Я ее взял и поехал. Не-не-не-не. Я, короче, разворачиваюсь, и чувак с медиа тим едет, короче, ее отбирать, думает, шайба. Братан, нет, ты все смеешься, а мы сейчас на грани провала, блин. Если мы проиграем, братан, мы четвертый. Четвертый — это неплохо. Медали, это плохо. Смотри, блин. Ну, четвертая команда — это неплохо. Соберемся, покажем яички свои. Слушай, давай, блин. И накажем наших, давай, прямых, давай, конкурентов, блин. И... Блин, не то. То есть я только что сейчас много очень болтал, и это не записывалось? Я очень много болтал. Бля, выложился. Выложился полностью мяч, блин. Копишь, я по золоту на персонально играю. Тут просто ее. Туда ее бросаешь, и все. Я сейчас бросал, она уходит просто. Не, да, да, просто туда ее. Сам просто... Да? Косарик судье дал, все, за нас. Ну, на бюджет есть, ну, можно работать, как говорится. Сейчас мне еще воду принесут, вообще замечательно будет. А вот когда... Ну и шальной рикошет, который будет защитить, потому что отгонять. По-моему, вам надо заслуживать. Бюджет закончился, гол не засчитали. Все. Думаю, это чистейший гол. Бля, он так забился, через достать не смогу, да? Пойдем, пойдем. Давай эту бочку. Главное, чтобы копоть забил. Давай, Дима! Да. Димка, конечку надо еще разок. Давай, Корней. А вот тут уже этот шару будет. Нет. А Фанасу просто таблетка помогла. Поможем по линии двигаться как? По линии в любой стороне можно. Бросай. Закрывай. Отойди.
А вот булитик надо забивать, Миш. Да! Нет, прошу прощения, что я открытый даже в центре без боков. Давай. Штанга была, видел? Чуть-чуть. Ну, слышишь, не слышишь. Нет, я и слышу. Давай, давай, вик. Хорошо. Добил. Не добил. Так. Здорово, Захар! В пятой минуте. Палыч, Захар, здорово! Точнее, ну, в течение трех, ну да. Ворота команды Хаки Бразерс. Сейчас мы Тактика-то простая, ее нет. Правильно? Я задышал. Ты умрешь сейчас скоро от нехватки кислорода, блин. Эй, почему? Ну почему? Чего? У меня прицел не открывается. Да тут очень сложно, на самом деле, попасть. Там уже в конце, там и там, возле почки, конечно, снега. Там очень много снега, поэтому надо долбить прям. Много раз. Чисто закапывается. Так, Константин Пименов. Не, пацаны очень дисциплинированно играют. Какие именно? Ну, Золотин, например. Да не, наш. Не, ну как бы здесь-то надо и забить, я думаю. Константин! Константин! Какой Рякет? Константин! Адвокат! Сейчас ты мальчишка, блядь, прилип до фанатов. Он персонально играет. Константин! Константин! Красивый. Ой, как мне нравится. Да, да, да. Смотри. Плюс Лена, давай как. Смотри, у нас завели я копыч и мяч. Я забил? Давай, Захар. Подожди. Подожди. Я не забивал. А, я Захар и копыч. Копыч забил? Да. Корнет. Вам осталось вдвоем. И в одном матче, да? В одном матче, да. Крафт? Захар забил? Да. Остался я, Корней, я помогаю. Да. Я очень дует.
Сзади, Корней, сзади играл. Нормально, вот чепу сделал. Ты забил? Да, Кобы забил. Он мне там в спину как дал просто. Я забил. Хорошо. Ой-ой-ой, здорово, Кобы! Защите. Да вам как образочек отличиться от БСК. Отработай! Ну скоро же, сейчас. Молодец! Здорово, Корней! Да, души! Толкай мелкого! Ребята, кто в итоге на интервью? Копченый уголь. А это кто? Копыч. Копыч. Ой-ой-ой! Что за мастер? Какое его полное имя, фамилия? Олег Кирюшкин. Олег Кириешкин. 3-0, фиксируем такой результат. Я даже чуть-чуть устал. Корней, надо забить себе. Все забили? Остался мяч, а Панасов. Совсем чуть-чуть. Говорю ей. А это Олег Кириешкин. Здравствуйте, с вами Олег Кириешкин. Сделаем. Надо из-под ноги. Забил? Да, а да, да. Осталось. Не забил я, Корней, я Фанат. Да, вы втроем должны забить. Я даже Якорь, блин. Что мы сейчас? Не троем? Сегодня, господа. Извините. Когда выходишь, что забил. Даже Копы забил. Ну, смотри, он прогрессирует. Кто начал, кто рукав этим научил? Когда перерывы тренировались? Да, я думаю, что его настроил. Паш, красный на фиолетовый неудобно ехать. Ладно. Ну, Копы соперники опять. Олег Кириешкин, вон. Привет маме передай. Визор снял, маску снял. Техника пошла сразу. Давай, Корней! Он не добивал? Нет. Блять, ворота! Булет! Булет! Стой, свисток, свисток! Корней забил? Корней забил! Корней забил! Это залетели, пацаны, еще просто. Корней, ты спросяй, мы так вам не сказали. Стой, стой, отдай им шайбу. Корней забил гол. Забил? Играем, играем, ага. Вы не играете. Брэк, я в КЗ, тут правила непонятны. Вот, Миша! Мяч! 4-0. Мяч! 92. Очень сильно, ребят. Я забил. Так 5-0. Получается. Толчок на баллон засчитали? Этот гол не засчитали точно. Блин. Нет, это гол был 5-0? 5-0, да. 5-0, 5-0 счет. Все, тогда одному ничего осталось. Осталось 5 только, чтобы забил. Мяч, давай, блин. Все, да, вон 5-0. А, вот 5 поставили, да. Вот, это 20 пас, ребята. Осталось голос под ноги. Минус! Голос под ноги, чтобы мяч забил. Мячу, мячу! Да дайте мячу, блин! Ну да. Фейк такси! Фейк такси! Он просто кураж поймал. Ой, не знаю, я даже не смотрел. Я там френч просто выиграли, а сколько? Дайте чек, иди. Давай, Дима! Ну забей, пожалуйста. Дима, забей! Короткий номер 4. Очень короткий. 5 секунд. Ребята, смотри, брат.
Кингсбери, того Сингла. Играет еще... Нет, я с ним забил. Бузя. Золотой актив, золотой фонд РПСК. Третий пойдет Сингтин. Хороший гопник принял, очень здорово, мягенько. Оп, оп, отбросил. А фанат забил. Я остался. Дима, налет, что ты здесь стоишь? Иди, там осталось. Сейв от Захара. Сейв от Захара. Открывай, да тут перехват. Так много снега. Так же! Все три по-прежнему, 3-2-4 еще играть. Нет, отсюда! Вон, блин, долбейте. Снегу там плескаются. На мяча, на мяча! Не так, не так! Ну, а тут элегантно, я бы даже сказал, гала. Чайба оказывается у нас в бой. Хаки Брадерс, что-то 7-4. Попробуй найти путь или высота. Я не могу с них, блин, просто. Давайте там, Дим. Да, прикинь, даже с тобой просто драться начать, потому что пас не отдал. Три черных джерси окружают, а вот здесь вот курс блестящий. Я забил же! Следи, играй! Все, здорово! Это ворот! Афанас, залезь в бочку! 9-6. Плюс 2, да, ребята, плюс 2, разница! Олеж! Олеж! Десятого оформляет. Хаки Бразерс. О, да, блядь! Давай, смену, коней. Почти девятый, ел. Выполнили. Еще плюс два надо. Но у нас 10, 1-6. А, 10-6. Нормально, 10-6. Мы в игре. И у нас меньше минуты остается играть. Будь точно, 45 секунд, поэтому я приглашаю следующие две команды. Получается, из-под ноги забили, да? Да, все сделали. И команда осталось, да. Мы при бабках сегодня. Мы поборемся. Здорово, Карри. Под колен. Играй, 15 секунд, друзья, 15 секунд. Олег!
ты лучше, Олег. Олег! Из источек, который нам говорит о том, что Хоккей Бразерс занимает третье место, с чем я их поздравляю. Саня, с днем рождения. Все, выключай. Где радости? Да-да-да-да-да! Ладно, пойдем, пойдем его обнимем тоже, пока. Я ждал это, я ждал. Вот, вот так. Ребят, это был московский фестиваль 3x3. Мы заняли почетное третье место. Мы очень рады. И заработали еще даже целых 5000 рублей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А Мишка Афанасов в Фэктаксе. Всем пока. Так, ну и да, вот эти аплодисменты, пацаны, для вас звучат просто. Это волной шумовой вас носит туда, к заднику нашему. Ну и, конечно, медали, кубок и призы, все это для вас.